шагали бойцы соседнего, третьего украинского фронта под командованием маршала Толбухина. Бок о бок эти фронты и их командующие освобождали Украину и Молдавию, Австрию и Венгрию, Румынию и Югославию. Командование ходатайства о присвоении званий маршала Советского Союза командующему Вторым Украинским фронтом Малиновскому и командующему Третьим Украинским фронтом Толбухину. Толбухина, как и Малиновского, наградили орденом Победа 26 апреля 1945 года. И хотя в указе значилось «за освобождение территории Австрии и Венгрии», было ясно – это за победу в боях на венгерском озере Балатон. Большими ударными возможностями соединения немцев. В районе Балатона находились последние из доступных немцам нефтяные месторождения. А без нефтепродуктов, без топлива фашистская авиация и танки просто не могли действовать.